Ну, я могу сказать так. Общественные организации, политические партии, мы видим, что они образовываются каждый день. По поводу Народного фронта я могу вам сказать, да, это организация та, которая, будем говорить, сейчас в себя, к ней примыкают в ряды, да, те политики видные, да, например, те же, та же профессура, та же интеллигенция и так далее, и так далее. То, что «Единая Россия» заканчивает свою работу, ну, я бы не сказал бы. «Единая Россия» — это та партия, которая партия власти. И понимаете, говорить о ней я не имею не то что права, потому что я не член «Единой России», а член ЛДПР, да. Но могу сказать, что любая партия власти, она рано или поздно меняет свой проект. На стадии, как говорится, окончания этого проекта или нет, я не могу. Это некорректно с моей стороны. Я знаю, что наша партия будет пожизненно в России. Это точно.